Пиздец, это пиздец. Слава у меня нет. Бля, ну на фас, конечно, это пиздец, я не могу вообще выиграть. А на пузе что там? Заливаю в начале, короче. 36 баксов. Саня, здорово! Идут года, и грусть, печаль в моих глазах. А я не знаю, что тебе в ответ сказать. Реально сердце кольнуло бы. Так, Ярик, ты детей хочешь? Да нет еще. Пока нет. Пока что не надо, да? Типа пишет, блядь, Ярик и так согребает ребенок. Да, реально, ребенка, блядь, это такое, типа, понял, типа. Ты не можешь ожидать, блядь. На самом деле можешь, ну, короче. Что я буду рассказывать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да вы что, забрали мы, нихуя себе, $30 подъехало мне, я выебался, яма нафиг на стуле, да, $30 забрал он. Эти 30 баксов я посвящаю тебе. А ну я попробую сейчас наконец лететь, смотрите, сейчас будет 0.99, на лоха отвечаю, если сейчас не будет 0.99, сосу хуй. Смотрите. Оно даже не залилось, чтобы вы понимали. А, меня выебал тип Бобби, который залил $4. Бля, ну, в принципе, да, дефолт скин арены. В конце. 0.93. 5%. Лил шек, $22 залил. 0.93. Вы это видите? Серьезно? 0? Ну, 93. Слышь, дядь, нихуя такой человек настроение поднимается, да вообще, ебать! Ну нихуя, я человек настроения, блядь, вообще раскидываем, бам-бам-бам-бам! Пем-пем-пем-пем-пем! Всем раскидывал настроение, блядь! Пам-пам! Па-п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 а
А куда мама яйца там ключ ставит, дядя? Это мое яйцо. Ага, вынимай, лох. Я говорю, буй лохов. 8 баксов. Кто там ставит, блядь? Так он работает, дядя, как он заметил, блядь.